такие успешные выпускники, они В Казанском университете начала свою работу новая магистерская программа, одинаково актуальная как для будущих, так и опытных предпринимателей. Программа затрагивает темы развития бизнеса и управления им. Важно подчеркнуть, что основы знаний по данным направлениям можно получить и по программе бакалавриата уже с осени 2018 года. Ну а пока магистранты начинают первыми получать знания по предпринимательству. Все это позволяет студентам в процессе обучения принимать реальные решения для благополучного развития бизнеса. Действующим бизнесменам тоже найдется чему поучиться. Первая группа магистрантов уже проходит обучение по данной программе. Магистратура предпринимательства успешно работает и ожидает новый набор студентов на следующий год. В настоящий момент магистратура предпринимательства основана на коммерческой основе. Сколько бюджетных мест предусматривает программа в 2018 году, решится совсем скоро. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.